Добро пожаловать на один из самых популярных проектов русского фандаба – Anistar.ru. Мы рады, что ты смотришь свои любимые аниме именно у нас, ведь пока другие бросаются из крайности в крайность, мы следуем по пути золотой середины и с полной отдачей молча делаем свое дело. И если ты не хочешь выбирать между скоростью и качеством, то судьба привела тебя куда надо. Специально для тебя мы создали красочный сайт с удобным, понятным интерфейсом. Заходи к нам, проверяй время выхода своих любимых релизов, добавляй их в избранное, смотри их в высоком качестве, качай при помощи торрента и делись своим мнением. Мы ждем тебя! Приятного просмотра! Моя официальная страница ВКонтакте vk.com/slayervoice. Прямо по курсу мы засекли Кирлиан. Продолжаем движение. Я наконец здесь, мама. Но, Горо, вы понимаете? Мы сделали нечто очень плохое. Мы действовали так, будто мы заложники, и взяли Ундину без разрешения. Мне правда жаль насчет этого. Слегка поздно уже. И вообще, можно этому мальцу верить, что его мама на этом каменном столбе, и она держит Хакумен Номона внутри барьера? Я верю в это. С самого начала. А? Ну почему? Даже дети знают, о чем можно шутить, а о чем не стоит. У него глаза явно не того, кто станет врать о своей маме. Вот и все. Ушо и Тора, второй сезон, озвучил Слэйер, переводили Алориан, Киллидан и Мризлис. Эпизод 32. Мама. Подготовьте за 30 минут. Мы проверим функции Алисы перед отправлением. Если подлодка находится под каким-то внешним влиянием, это все изменит. Спасибо за понимание этой беспрецедентной ситуации. Мы также должны защитить жизни солдат сил самообороны, естественно. Что? Что такое? Понятно. Это должна быть стена, созданная демонической энергией Хакумена. Стена демонической энергии? Верно. Мы знали, что это может быть возможно. Так что силы самообороны подготовили специальные торпеды. Давление на корпус растет. Ундина больше не выдержит. Возвращаемся. Нет, мы нашли его. Это... каменный столб? Он больше, чем я себе представлял. И... за ним... Хакумен Номона? Он больше каменного столба! Хватит! Если приблизимся еще, Ундину раздавит! Вернемся! Нет. Мы же зашли так далеко. Он прямо там! Но... я не могу... втягивать их в это. Прости, мама! Эй, дитё! Что ты хотел сказать маме, когда увидишь ее? О чем вы говорите, Горо? Нам надо торопиться! Так. Я хотел жаловаться. Потому что мне всегда говорили, что мама умерла. Я хотел рассказать, как мне было одиноко и обо всем плохом, что случилось. Я правда собирался все это вывалить на нее. Но знаете, я вообще-то правда хотел попробовать ее мисосуп. Двигатель Е, максимальный модуль, полный вперед. Мистер,
Гору, вы серьезно? Прости за это, Акабане. Рассчитываю на тебя. Я правда хочу помочь ему. Нет! Вас двоих убьет же! Гору, так вежливо попросил меня. Похоже, у меня нет выбора. Включай максимальный модуль. Не надо этого делать, мистер! Послушай, парень, меня Акабаны зовут, а не мистер. Тебе лучше рассказать маме, как крутые люди помогали тебе. Дополнительный двигатель ДЕ. Запуск. Продержись. Ундина, наша богиня. Дистанция 45. 40. Двигатель БЕ останавливается. Как ты собираешься проникнуть внутрь? Профессора думали, что там может быть вход, но... Там! Прямо там! Он сияет. И вода. Создает путь. Подними туда корабль. Есть. Отлично. Мы доплыли. Колебание от энергии Хакумена прекратилось. Кажется... Нас защищает твоя мама. Действуй! Дедуля, Акабана. Я. Открыть шлюз! Есть! За ним. За ним ждет. Моя мама. Стоит ли спрашивать, о чем она думала, когда бросала меня? Сказать ей, что отцу было очень тяжело. Хотя, я и лица ее не помню. Порой мне было одиноко, но... Больше этого нет. Это уже не важно. Может, ты и была на дне океана. Но мне тоже было очень больно. И все же... Хоть немножко, я пожалуюсь. Мама! Ну почему? Ты здесь... Совсем одна. В одиночку сражалась с Хакуменом. Все это время... Это... Нечестно! Видеть тебя... Я не могу даже слова сказать. Ушило. Мама! Что? Зачем ты склонилась? Ты это прекращай! О, нет. Я никогда не верила, что имею право на то, чтобы ты меня так назвал. Ушио. Захват предполагаемой цели. Цель снизу, на 10 часов. Экипаж, это капитан Ацузава из отряда Хакумена, из офиса управления особых происшествий. Запускайте все торпеды по каменному столбу и немедленно покидайте это место. Я молюсь, чтобы с этой миссией вернулись все. Есть! Примерно когда ты научился ползать, я бросила тебя. А теперь ты так вырос...
Рот не слушается. Я столько всего хотел сказать, но на ум ничего не приходит. Откуда у тебя этот шрам? Я подрался с Джуро, Камаитачи. Ой, наверное, было больно. Тебе пришлось через столькое пройти, пока меня не было. Что? Хотя это был мой долг. Я бросила вас двоих и пришла сюда. Теперь я не могу назвать себя твоим.